Всем привет! За окном у нас уже заканчивается октябрь. И, знаете, пришло время, наверное, поговорить о такой теме, как удобрение в зимний период, потому что тема эта очень спорная. Для меня она не спорная, но для многих, да, это действительно спорный вопрос, потому что во всех книжках, везде, где мы читаем, написано одно и то же. Зимой мы не удобряем. Приходишь на форумы, зимой никто не удобряет. И все это обуславливает тем, что мало света, всего мало, растения не растут, зачем их удобрять. Но это очень-очень в общем. И вы всегда должны смотреть по своим растениям, по тому, какие у вас растения, по тому, какие у вас условия, что вы можете им предложить, и по тому, как они у вас растут. Если у вас, например, какие-то природники, которые действительно всю зиму у вас спят, все остальное время растут, то ура, да, вам не нужны удобрения зимой. Но если у вас разношерстная коллекция, например, как у меня много кто растет зимой, у меня есть досветка, что позволяет более органично и активно им расти зимой. Кстати, о подсветке есть видео. А в конце этого ролика вылезет подсказочка, и внизу в описании в инфобоксе обязательно будет на него ссылочка. Там про мое отношение к подсветке, про то, как у меня организована такая пища для размышлений. В принципе, как и этот ролик, это тоже никак не вот надо делать вот так и только так. Нет, это такая, знаете, для вас поразмышлять, подумать, сравнить и узнать просто точку зрения другого человека и сделать свои выводы и уже применить или не применить на своих условиях. Так вот, удобрение. Значит, я удобряю. Конечно, я не удобряю тех, кто спит. Нет. Я удобряю только тех, кто растет и кто растет активно. Я удобряю тех, у кого формируются бутоны, кто собирается цвести, у кого растет цветонос, да. Но я не даю зимой стимуляторы роста никогда. То есть я даю такое поддерживающее. Все поддержать. То есть оно растит новый рост, и значит, это какие-то вот удобрения для роста азотные. Оно растит корни. Это вот, опять-таки, корнеобразователь нет. То есть это что-то с азотом, с калием, с теми элементами, которые участвуют в образовании, да, корневой. Это, кстати, добавка кальций-магний, которая помогает более устойчивыми делать растения, которая также влияет на корнеобразование. И эта добавка классно помогает бороться с гнилями растения. Более устойчивые гнилям они становятся. И так легче, тем более, что я поливаю поверху. Я поливаю из распрыскивателя сейчас, кстати. Такая штука с вот таким наконечником, и вот я не поливаю. То есть даже если я не поливаю по листьям, в процессе полива все равно забрызгивается хотя бы нижняя часть, и я даю то, что позволит моим растениям сопротивляться, собственно, вот этому моменту, если водичка застаивается у вас где-то в пазуках, где-то в чешуйке возле бульбы, чтобы там ничего не развилось, да, я даю те препараты, которые помогают этому всему сопротивляться. Также перед зимой я обязательно даю препараты антистрессовые, которые помогают нашим растениям бороться. Кстати, антистрессовые препараты есть разные, поэтому я даю, которые помогают бороться именно с похолоданием и, возможно, ну, с гнилями обязательно, и с нарушением водного режима также, да. Смотрите, когда вы берете антистресс-препараты, обязательно читайте, потому что есть антистресс-препараты, в которые входят стимуляторы, которые дадут растению толчок на образование чего-то. А есть антистресс-препараты, которые позволяют превозмогать, что ли, скажем так, победить неприятные условия. Будьте внимательны, обязательно читайте об этом. Едем дальше. Значит, кто у меня собирается цвести, я уже об этом говорила, повторюсь, я даю удобрение, с которым больше содержится фосфор и калий. Кстати, удобрения. Мои удобрения. Вот.
я многим говорила, показывала. Это у меня Grow Technology Orchid Focus. Так, у меня есть Grow для тех, кто растет, или азотная, как все любят говорить, и Bloom для тех, кто цветет, или фосфорно-калия, калийная. Смотрим. А, соотношения, я вам честно скажу, здесь, ну, смешные, потому что если кто-то дает своим орхидеям, там, я иногда читаю на этикетках 70-20-10, или там, например, 10-50-50, или 20-20-20, то здесь, где-то здесь, здесь соотношение НПК 1,6 к 2,4, к 2,6, это для цветения. А здесь соотношение НПК, где для роста 1,8, 1,2, 2,1. То есть, ну, понимаете, разница небольшая. И в активное, скажем так, время года я даю попеременно то-то-то-то. А вот зимой я уже даю более целенаправленно. Или то, или то. Но, в принципе, не огроменная разница. То есть я не боюсь сбить циклы с этими удобрениями. Вы свои удобрения смотрите, какие у вас, и будьте внимательны. Так, возвращаю их на место. А еще зимой я даю витамины, витаминные комплексы для своих растений. А я против человеческих витаминов для растений. Вот, ну, правда. Вы проверяли? Вот мне всегда хочется спросить, а вот вы уверены, что растение его 100% усвоит? А вы проверяли? А вы уверены, что оно в той форме, в которой усвоит растение? Еще удобрения надо давать с умом, и витамины надо давать с умом, как часть удобрений, потому что это все химические элементы и вещества. Они умеют вступать в реакцию. Благодаря этому, в общем-то, все и происходит. Вся магия жизни благодаря этому и происходит. И когда бывает так, что некоторые вещества, вступая в реакцию, нейтрализуют друг друга. Это, скажу так, один из самых лучших вариантов для ваших орхидей, когда вы накосячили с удобрениями, с витаминами, еще с чем-то. Когда просто вещества друг друга нейтрализовали, и орхидея получила просто водичку. Хуже вариант, когда вступили в реакцию и получили совсем другие вещества, которые могут быть вредными, которые могут откладываться и не выводиться из ваших растений. В общем, вариантов тут много. Плюс еще не забывайте, что накапливаются удобрения в грунте, да? Откладываются в виде солей, от чего обжигаются очень сильно корни. И обязательно надо промывать субстрат. Обязательно промывать субстрат, когда вы удобряете. Ну, то есть у вас есть дни, когда вы удобряете, дни, когда вы промываете субстрат. Ну, это просто вот так надо. И вы еще должны помнить, когда вы даете... Правильно комбинируйте, опять вот это, о чем я говорила пару секунд назад, чтобы вещества между собой взаимодействовали. Почему важно промывать еще субстрат? У вас эти соли остались. Вы полили новыми, чтобы эти соли точно так же не вступили в взаимодействие. Плюс еще есть вещества, которые не усваиваются без участия других веществ. То есть вы можете удаваться там каким-то веществом, а ваше растение его не получит, оно все пройдет мимо. Или осядет на вашем субстрате. А чтобы это вещество поглотилось вашей орхидеей, нужно какое-то другое вспомогательное вещество. И поэтому лучше использовать специализированные удобрения, которые уже в своем химическом составе это все содержат, чтобы орхидея или любое другое растение могло это вобрать и поглотить. Поэтому я против вот этого домашнего забодяживания. Не знаю, вот... Зачем изобретать велосипед, зачем делать на авось? Меня всегда удивляли вот эти вот дозировки, какие-то меры, которые люди пишут. И ты думаешь, почему столько? Почему не больше, почему не меньше? Ну, вы проводили анализ, как-то вы там химик, как-то до этого. Ответ обычно, я так на глазок. То есть, для меня это вообще не вариант. Да, поэтому вот так начала я. Про то, что нужно удобрять зимой, переключаясь на свою любимую тему удобрений и проблем, связанных с этим. Бедные новички. Давайте так, много уже наговорила, подведу итог. Зимой, если вы используете интенсивный способ выращивания, или у вас есть досветка, или у вас есть орхидеи, которые
растут в зимний период, в темный период, в конце осени, в начале весны, если у вас все это вместе, то поддерживать, конечно же, надо. Тогда ваши растения будут гораздо здоровее, гораздо лучше. Это стоит делать и стоит делать с умом. Если же у вас действительно ничего не растет зимой, то тогда спите спокойно, вы можете никого ничем не удобрять. Я знаю, что обязательно найдутся те, кто скажут, что они не удобряют, у них прекрасно все растет и цветет. Мне всегда хочется сказать, а представляете, как бы у вас цвело, если бы вы удобряли? У вас бы было бы просто буйство, феерия, и ко всему прочему, ваше бы растение выглядело еще здоровее, потому что оно бы не тратило свои внутренние ресурсы на вот эту вот феерию, которая у вас есть. Да, то есть ему потратило бы гораздо меньше сил на это, у него было бы гораздо больше сил на что-то другое. Вот, поэтому подходите ко всему с умом, читайте. Смотрите в конце ролика, вот здесь вот, вот везде появляются подсказки с видео, с плейлистами, в разных видео по-разному. Смотрите в описании, в инфобокс. Там тоже будет много ссылок на другие видео, связанные с этим, какие-то подсказки на мои соцсети, где мы можем с вами попереписываться, где вы можете посмотреть информацию, которая не вошла в ролики. Также там есть ссылка на интересный ресурсик Patreon. Тоже можете туда заглянуть. Там для тех, кто меня поддерживает, будет выходить эксклюзивная информация, эксклюзивные постики и, возможно, даже эксклюзивные видео. Вот, которые не увидят остальные. Да, вот такая я хитрунка. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, обсуждайте, пишите комментарии. Пишите, как вы удобряете, пишите, чем вы удобряете в комментариях. Мне будет очень интересно, вообще мне, честно говоря, всегда очень интересно послушать, как люди ухаживают за своими орхидеями, вот прям посравнивать, подумать, черпнуть что-то для себя, узнать новое, сказать, а я об этом даже не подумала, оказывается, можно и так. Это все очень классно, поэтому жду ваших комментариев в описании, все читаю, всем отвечаю. Не стесняйтесь, многие пишут мне личные сообщения на ФБ, в Инстаграме, но не пишут здесь. Не стесняйтесь, можете писать и здесь. И давайте так, пожалуй, на этом все, будем закругляться. Всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока.